Она ждала чуда 2 года, но оно не случилось. 59-летняя саранская пенсионерка, доверив лечение своих недугов телефонным экстрасенсам, лишилась всех накоплений. В октябре 2016 года горожанка, которую мучили головные боли, случайно увидела на одном из интерактивных телеканалов передачу про магов. Пенсионерка в надежде исцелиться позвонила им. Лжеэкстрасенсы пообещали помочь всего за несколько магических сеансов по телефону. Но перед этим волшебные услуги нужно было оплатить. Период с 4 октября 2016 года по 1 апреля 2017 года мнимые экстрасенсы регулярно выходили на связь с клиенткой и давали по телефону рекомендации. Перед каждым сеансом заявительница регулярно переводила посредством терминала оплаты через платежную систему на указанные аферистами расчетные счета денежные средства. Магия и экстрасенсорика – вещи не быстрые, уверяли герои с телеэкранов, и нужного эффекта они просили просто подождать. Вера в исцеление иссякла вместе с деньгами на счету пенсионерки. Головные боли не прошли, но пришло озарение. Все это время она говорила с мошенниками. За все время общения заявительница осуществила несколько десятков переводов и лишилась в общей сложности 878 тысяч рублей. В апреле 2019 года женщина обратилась с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители начали проверку, по результатам которой, возможно, заведут уголовное дело. Вычислить аферистов спустя 2 года непросто. Между тем, полиция Мордовии призывает жителей республики не доверять свое лечение магам и колдунам. Не воспринимайте всерьез их обещания и ни в коем случае не переводите никакие денежные средства неизвестным вам людям. Особую бдительность следует проявлять родственникам престарелых людей, а именно контролировать их действия, быть в курсе их жизни, периодически напоминать им о возможных фактах мошеннических действий со стороны аферистов. Александр Аносов, программа «Происшествия».